На Театральной площади рабочие убирают лавочки. Территорию обнесли ограждениями. Там готовятся к массовой акции в поддержку специальной военной операции. Она состоится завтра с 16 до 17.00. Тема – поддержка референдумов ДНР и ЛНР за присоединение к России. Они пройдут в республиках с 23 по 27 сентября. Организаторами акции в Красноярске выступили Общественная палата региона и Краевая гражданская ассамблея. При этом никаких официальных анонсов акции для СМИ не было, так что можно предположить, что участников собирают по спискам.